Сейчас очень многие с целью самообороны приобретают оружие. Купить ружье или травматический пистолет может любой гражданин России, достигший 18-летия, прошедший медицинскую комиссию и получивший лицензию МВД. Но, к сожалению, есть и такие граждане, которые все эти требования считают излишними, а потому предпочитают хранить у себя дома незарегистрированное оружие, что небезопасно как для самого владельца, так и для окружающих. Чтобы избежать проблем с законом, такое нелегальное оружие проще всего сдать в полицию. Тем более, что согласно постановлению губернатора Кубани номер 446, граждане России, иностранцы и лица без гражданства, добровольно сдавшие незаконно хранящееся у них огнестрельное оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества и устройства, получат денежное вознаграждение. Для того, чтобы сдать нелегальное оружие, можно обратиться в любое территориальное подразделение внутренних дел. При этом сохраняется конфиденциальность обращения. 2016 в году славянцы добровольно сдали 17 единиц гладкоствольного и нарезного оружия, почти 3 килограмма взрывчатых веществ, 164 патрона.